Все, микрофоны. Кто-то будет разговаривать, получает бан моментально. Этот человек, который здесь выполняет задание, 1000000% не убийца, и это Ксюха. И это Ксюха точно не убийца, и это мы все знаем. Свет уже вырубили, поэтому сейчас начнется пердососина. А вот эти люди, которые выполняют задания, тоже, скорее всего, не убийцы. Это у нас Отомчик. 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 Херейт. Я Ксюха. Сейчас, если это будет еще Стасик. Иди отсюда. Иди отсюда. Иди отсюда. Это и Стасик. И Стасик тоже не убийца. Убийца картофка. Ага. Или Амочка. Смотри, смотри, стоит что-то. Что-то стоит. Подожди, подожди, подожди. Если сейчас саботаж начнется, то точно картошка. Картошка прямо сейчас ест картошку, если что. И продолжает стоять на месте. Я говорю, банальным методом исключения это или Амочка, картошка, Мия, Лера. Эти четыре человека. Выполните задание, господи, последнее задание осталось. Последнее задание, все, последнее задание, и мы выиграли. Так, а сейчас, ребятушечки, слушаем меня. Дайте я сначала, подожди, подожди, подожди. Работая методом исключения, 100% убийца не я, не Отомчик, не Стасик, не Херейт, не Ксюха. Это я вам даю 1000000%. Остается картошка, Лера, Мия. Слушай, это мы сейчас можем на рандом вообще кого угодно кинуть. А ты жив? У меня... Да. И у меня задание есть в гринхаусе, я его начал выполнять, но ничего собрания. В общем, давайте я скажу, где труп. Труп был в лаборатории. Ну понятно, точнее, что в лаборатории, когда... потому что здесь люди всегда бегали. Да, я предлагаю за Мию проголосовать. Стой, видела я, труп, который вот по пути, извини, что перебью, еще по пути вот как от спавна до меда. Вот там вот в коридорчике был труп. Я вот Эда подзывала, чтобы он увидел, что там труп. Или Мия, или картошка, или Лера. Другого как бы здесь ничего нет. Это обычный метод исключения. Херейт побежал. Побежал, Херейт, одна нога здесь, другая нога там. Я бегу. Побежал, Херейт. Побежал, Херейт. Давай, 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 давай. Задание, задание, задание. Выполняй, только Херейт. Отойди. Кто убил его? Вот и кто его убил? Вот кто? Ребят, вы в курсе то, что мы так просрем? Мы так просрем. Кто умер? Я вам говорю, это или картошка, или Лера. Все остальные не могут быть, потому что все остальные выполняли задания, и я это могу подтвердить. И Стасик может подтвердить, что это я. Что я тоже выполнял задание. И я точно, потому что я стояла возле Херейда, я не могла дотянуться до трупа никак. Там расстояние убийства три блока. Три блока если ты можешь... Подожди, если бы это даже была я бы убила тебя, потому что ты был рядом со мной. Да там все были в центре, в одном месте, там ты не могла бы... Я тебе сейчас пойду покажу, что задание выполню. Я за картошку. Если это не картошка, это... Если это не картошка, это... Если это не картошка, это 100% Лера. Давай, давай, давай. У меня всего один вопрос. А почему, почему... Я побежал, Это Лера, ты смотри, Лера, стой на месте, собака. Стой на месте, я тыкаю на кнопку. Лера. Стой на месте. Мне не дают кнопку нажать. Стой на месте. Стой на месте, не подходи ни на шаг. Тут призраки. А. Я говорила, что ты не дашь. Ноунейм, я из ГУИ-класса, у меня нет друзей. Когда-нибудь в этой жизни ты найдешь тех людей, с которыми тебе будет приятно общаться, в удовольствие общаться, которых ты будешь поддерживать и которые тебе будут поддерживать. Привет, я Эдисон, мне 25 лет, у меня нет друзей. Я год живу в той стране, где у меня нет ни одного знакомого, кроме мамы и папы. Привет, я год не гулял ни с кем, потому что я живу здесь один, потому что я застрял в этой стране. Вот видите, какой хороший способ. Какой хороший способ просто искать убийц. Смотрите, эти два человека очень долго выполняют задания. Убийцы так делать не могут. Я могу сказать то, что Чпуньк точно не убийца. Могу сказать то, что, ага, то, что Чпуньк и Лера 100% не убийцы. Ага, я вас слушаю внимательно. Возле, я не знаю, как это называется. То ли это коммуникация, то ли... Я не помню, я тебе в картах разбираюсь. Коммуникация? Это не... Да, коммуникация, думаю. Это точно не серый вот этот вот... Ладно, короче, он сканирует.
Хорошо, да. еще раз методом исключения. Я могу подтвердить на 100% то, что убийца не Лера, не Чпунь. Они не видели, как я проходил задание, поэтому про себя я не могу ничего сказать. Но это точно не они. И тоже методом исключения не Лера. Подожди, это здесь нет никаких читов. В смысле? Это работа детектива, в смысле тупизм? Это не тупизм. Почему это тупизм? Вполне логично. Это я проявляю внимание. Я слежу за людьми, я бегаю за людьми, я проверяю их. Почему это тупизм? Где ты здесь видишь хоть какой-то тупизм? В смысле так неинтересно? Вы кикнули Мию просто так. Ну так Мия была же убийцей. Кикнули, потому что осталась Мия. Ну так все, все. Я могу сказать так. Давай. Со мной была Амочка и Артём, когда мы чинили свет. И кто-то из них мог туда побежать. Ксюха подтвердит, что я был в нижнем двигателе. Все, пропускай. Короче, я скипу, я не знаю. Я не знаю, я тоже не знаю. А Лера говорит, метод исключения тупой. Ты тупая! В смысле тупой? Я слежу за людьми, я свое время убиваю. Да, Хэрэйд не убийца, я могу это подтвердить. Ни Хэрэйд, ни Лера, ни Чпунь, ни я. Остается на самом деле не так уж и... О, там чеки не страхоспенцию! Пробежал мимо меня такой и побежал, ну валим. Я не хочу, в принципе, ни с кем оставаться наедине, потому что, ну, картошечка в жопе ложечка. Или... это шутка, это просто рифма, это рифма. А вы заметили то, что Стасик? Стасик, которая пропердасик. А вы заметили то, что она одна бегает? Вот, и она, кстати, туда побежала. Куда, и если там есть труп, то это 100% Стасик. Где? Быстро говорите, где? Два трупа в комнате возле света. Оттуда выбегала Лера. Может, она их тупо не заметила? Да Лера не может быть убийцей. Один труп был возле задания, второй труп был рядом с другим трупом. Лера, ты побежала в ту сторону с Отомчиком? Отомчик жив? А Отомчик как раз таки не жив. И Хэрэйд не жив. Короче, еще раз. Я жив. А ты где? Я жив, ты где? Я здесь. А, не видел тебя просто. Так, не Чпуньк, не Хэрэйд, не Лера. Можете подозревать меня, но я говорю, не я. У нас опять остается Амочка, Стасик, Картошка. Меня даже в той стороне не было. Я в свету была, Лера. Правда, как? Я всю игру стоял на камерах. Мне около камер в камеру махал Эд, и около навигации махала Лера. Мы с тобой очень долго бегали, Хэрэйд. Ну, тоже, блин. Ну, это 100%, это 100% Амочка, или Стасик, или Картошка. Все, у нас опять три человека остается. А почему не Лера? Я одна. Лера выполняла задание в самом начале с Чпульком. Пошли, я выполню задание. Я одна чинила свет, в этом-то и прикол. Я ни разу, я видела один раз только Амочку. Я тоже не видела. Ну подожди, смотри, если судить по очень умному методу, это Стасик и Аня. Давайте за Амочку. Я тоже прибежала. Я за Стасика. Вы уже починили. Я за Стасика. Нет, ты не бежала. Стасик. Да хватит кукарекать, кукурузы! Нет, Стасик. Я начинаю говорить, просто все начинают орать. Ну вот именно, видишь, Хэрэйд, не надо орать. Мне купили PlayStation 5, но я не знаю, какие игры поиграть. Нифига себе посраться. Ну, давай я тебе скажу топ своих игр на PlayStation в принципе. 4, 5, неважно. God of War, The Last of Us 1, 2 часть, Spider-Man 1, 2 часть, Uncharted, все 5 частей даже. Я их обожаю, Uncharted. Ну, это в принципе топ. Это мои самые любимые игры. Лера. Так Лера не может быть убийцей. Она башкой прикрыла. А ты не смущаешь, что в конце раунда я сама нажала на эту кнопку? А зачем ты это сделал? Подожди, тихо, я дайте сказать. Дайте Чпунь. Это прикрывал башкой Стасик, потому что я прибежал быстрее всех, и я не мог нажать. Стасик, тебе в бан прописать между глаз или что? А то, что Лера закрывала башкой, никого не смущает? Лерочка с прибамбасами в голове, понимаешь? Она типа закрыла и потом нажала как. Я выполнила задание в кафетерии. Кто это видел? Кто это может подтвердить? Я тебя звала, посмотри, выполнил я задание. Какое задание? Подожди, стоп. Вот в этом, вот. Как вот это. Там тебя не было в помине. Она была. Ты дурак. Да подожди, ты сосед. Чё ты всех оскорбляешь, Картошка в жопе ложка? Вот тебе приятно? У нас остается Картошка и Амочка. Давайте замочку. Давайте замочку. Я не могу голосовать, потому что я дебил чат очистил. Я на него просто печать ставлю, проверено Хэрэйдом. Там же было два трупа, если это убил один убийца, то он использовал как бы чит. Ну тогда чит. Все, пальчики перекрестили. Подождите. Давай. Читы не были использованы в то. Вот!
Отлично. Потом, потом будет такая ситуация, что предатель ты, да. Мы также методом исключения тебя кикаем, и ты начинаешь чаще гореть. Тоже верно, хорошо. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.